Есть ли жизнь на Марсе? Ты плачешь, в сердце твоем непреставаемый гул, как в чугунном котле или тибетской чаше. Кто ударяет? Ты слышишь и слушаешь этот гул, ты отдаешься ему целиком, ты растворяешься в нем, и вот уже ты сам становишься этим гулом. Оплакиваешь мой уход из этого двухмерного мира, а я рада. Я на самом деле не умерла. Моя душа жива и смотрит на тебя из другого измерения, в котором есть длина, высота и ширина. Ты тоже живешь в этом другом мире, просто забыл об этом. Всякая смерть должна быть оплакана ближними. А я радуюсь освобождению от сковывающих меня по рукам и ногам цепям виртуальности. Не бойся и ты. Есть ли жизнь после смерти? Я уверяю тебя, есть. И на Марсе будут яблони цвести. Есть ли жизнь на Марсе?